Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев, в различных ситуациях необходимо научить его безопасному поведению. С этой целью сотрудники госавтоинспекции провели мероприятие на базе Бличепсинской школы номер 5, посвященное правилам дорожного движения и безопасности. Юным школьникам дали рекомендации по безопасному выбору маршрута от дома до школы и обратно. Рассказали о важности использования светоотражающих жилетов. Вот вы первый раз пошли в школу, вам необходимо что знать? Светоотражающие жилетки, вот эти, что вы носите, надо каждый день носить. Это обязательно, потому что водители, чтобы вас заметили. Госавтоинспектор напомнил ребятам правила дорожного движения, в том числе безопасного перехода проезжей части. В завершении беседы педагоги образовательного учреждения поблагодарили автоинспектора за интересное и полезное занятие, а школьники пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать правила дорожного движения.